Приветствую всех! В этом видео пойдет речь о монетизации маленьких каналов. А именно мы будем монетизировать свой маленький канал в Google AdSense. Сейчас в YouTube такие правила, чтобы для того, чтобы начать монетизировать свое видео, нужно, чтобы вы достигли порога 1000 подписчиков и 240 тысяч минут просмотров за последние 12 месяцев. Я вам покажу на примере своего канала. Вот мой творческий канал. Так что, кого интересует творчество, написание картин, поделок, пожалуйста, подписывайтесь и смотрите. У меня уже есть 4930 подписчиков. Здесь указаны у нас просмотры. И для того, чтобы нам увидеть, сколько в минутах просмотров, нам нужно перейти в творческую студию. Здесь вверху вы нажимаете на свой значок канала. Вот вверху. Вот вверху есть такой значок. Нажимаете на него и выбираете творческая студия. Вас перекидывает на панель управления каналом. Сейчас выглядит в новой версии вот так вот панель управления каналом. Можно перейти в классическую версию, нажать вот «Спасибо, что пользуетесь новой творческой студией», нажать на какие-либо галочки и отправить. Вот, допустим, «Тын» и отправить. Вас перекинет на классическую версию. Можно оставить так, как есть, в новой версии. Вот. Панель управления. Смотрите. Нам нужно теперь YouTube аналитика. Переходим в обновленный раздел. И тут вы можете увидеть, сколько у вас просмотров, время просмотров, подписчиков за 28 дней. Тут вы можете выбрать 365 дней, это 12 месяцев, и посмотреть. Вот просмотры 251 тысяча, время просмотров. Тут указано в часах. Перейдем в классическую версию, чтобы было проще сразу посмотреть в минутах. Так, и вот в классической версии средний просмотр в минутах мы можем увидеть, но тут указано у нас за последний период, за последние 28 дней. А в колонке слева вот YouTube аналитика, обзор, данные в реальном времени, отчеты о доходах. Отчеты о времени просмотра, время просмотра. Выбираем 365 дней за последние 365 дней. И вот у нас получается время просмотров в минутах 579 тысяч и 159. А когда у вас достигнет порог здесь 240 тысяч просмотров в минутах и будет 1000 подписчиков, тогда вы можете смело монетизировать свои видео. Дальше что нам нужно сделать для монетизации канала? Перейти на свой канал. Это все мы делаем в творческой студии. И в классической версии вы выбираете монетизация. Вот, монетизация. Как вы видите, что у меня уже монетизация включена. Значок доллара горит зелененьким. И написано: в вашем аккаунте включена монетизация. На посмотреть, в каких из ваших роликов включен показ рекламы, и изменить настройки можно в монетизации, то есть в менеджер видео.
Дальше поздравляем, на вашем канале разрешена монетизация, также теперь вы можете просматривать новые отчеты в YouTube аналитике, получать эксклюзивные бонусы, дополнительные возможности включены, обращаться за консультацией в службу поддержки. И советуем ознакомиться со следующими страницами. Вам нужно вот это, связанный аккаунт AdSense и настройки AdSense. Вам нужно связать свой канал с Google AdSense. Нажимаем. Вот, вас перекидывает на такую страницу монетизация. У меня она активна. У вас будет кнопочка активировать. То есть вам нужно будет это все связать. Вот, например, у меня написано, чтобы обновить аккаунт AdSense, нужно нажать кнопочку «Изменить», и дальше я могу менять все, что мне там надо. Нажимаем «Изменить». Нас перекидывает на главную страницу Google AdSense. Здесь ваш сайт, это все, ничего не меняется. «Принять связь» нажимаете. Вот, вы связали свой канал с Google AdSense. Все, ваш канал связан. Теперь вам нужно настройки AdSense. И уже, когда вы находитесь в Google AdSense, здесь вам нужно ввести все свои данные. Для этого вы заходите в платежи, вам нужно настроить платежи, ввести все свои данные. Вот в настройки заходим, управление, настройки, и тут уже выводите свои данные. Это у вас все, платежный аккаунт остается, платежный профиль тоже у вас остается, все как есть. Вам нужно ввести свой адрес, наименование и адрес. Вводите свое имя, свой фактический адрес проживания, город, страна, телефон, индекс. И выбираете, конечно, русский язык. Если вы русскоязычный, то выбирайте русский язык, чтобы и Google AdSense был на русском языке, вам понятно все, что куда вводить. Так, смотрим в аккаунте. Вот ваши все данные аккаунта, информация об аккаунте, персональная настройка. Вот указаны ваш email, ваше имя, фамилия, ваш телефон, который вы указали. И везде, где Google AdSense будет запрашивать ваши данные, вы указываете их верную свою электронную почту, к которой привязан ваш канал на YouTube, ваш номер телефона, все ваши данные, ваш адрес фактического проживания, то есть не прописки, а где вы проживаете точно. И обязательно правильно указать индекс, чтобы к вам дошло письмо. Друзья, после того, как вы верно заполнили все свои данные, реквизиты, указали верно свой фактический адрес проживания, вам на почту придет вот такое вот письмо счастья с пин-кодом от Google AdSense. Пришло мне такое письмо через 2 недели. На сайте написано, что приходит в течение 2-4 недель. Открываем письмо. Здесь указан пин-код и также пошаговая инструкция, что вы должны дальше сделать. Шаг первый. Открыть страницу по такому-то сайту, войти в аккаунт AdSense именем пользователя и паролем, который вы указали в заявке. Шаг второй. Нажать на значок «Настройки» и выбрать пункт «Настройки». Шаг третий. В разделе «Информация об аккаунте» нажмите на ссылку «Подтвердить адрес». Шаг четвертый. В открывшемся окне введите свой пин-код, а затем нажмите «Отправить», что сейчас я и сделаю. Вот смотрите, друзья, пока вы не подтвердили свой адрес, не подтвердили свой пин-код, будет висеть вот такая вот розовая
напоминалочка вам, что в ваших рекламных блоках не показывается объявление, поскольку вы не подтвердили адрес, пин-код. И внизу, чуть ниже, будет у вас такая висеть задача, что вы должны подтвердить свой платежный адрес. Вот, 12 сентября отправили письмо с кодом, с пин-кодом. И тут указывается, что обычная доставка занимает 2-4 недели. Когда вы получите письмо, введите пин-код, чтобы подтвердить свой адрес. Без этого вы не сможете получать доход от YouTube, от своих видео. Нажимаем «Подтвердить». И здесь вводим свой пин-код. Вводим пин-код, который нам прислали в письме. И нажимаем «Отправить». Все, пин-код указан верно. Ваш платежный адрес подтвержден. Ура, товарищи! И как вы видите, задача исчезла. Сейчас я обновлю страничку, и вот эта штука должна пропасть, по идее, да? Чтобы узнать об этой информации лучше, вы можете нажать «Подробнее». И загрузилась страничка, где вы можете посмотреть дополнительную информацию подтверждения адреса пин-кода. Когда я получу пин-код, когда нужно будет ввести пин-код, где нужно ввести, что делать, если не получил, и что делать, если адрес указан с ошибкой. Сразу скажу, если адрес указан с ошибкой, перепроверьте, все ли вы правильно написали. Укажите точный свой адрес фактического проживания. Возможно, вы прописаны по одному адресу, а живете по-другому, чтобы вам в руки попало это письмо, указывайте тот адрес и тот индекс, где вы живете. Если вы ошиблись в индексе, к вам письмо просто не дойдет. Поэтому перепроверяйте и записывайте правильно данные. Итак, обновляю страничку. Все. И теперь у меня не светится сверху вот эта розовая строка, что адрес мой не подтвержден. Теперь все подтверждено, и я могу получать доход от своих видео. Смотрите, на этой странице в левом столбце, здесь с левой стороны, вы можете посмотреть главная страница объявления, сайты, отчеты, платежи, аккаунт. Платежи. Минимальный вывод с Гугла — это порог у нас, когда будет $100. И вот вы можете видеть, ваш доход, оплата производится ежемесячно, если общая сумма достигает порогового значения в $100 или превышает его. У нас $33, и здесь внизу написано, сумма полученных вам доходов составляет 33% от порога оплаты. Как выводить? Смотрите, способ получения дохода есть ниже у нас, да, есть транзакции и способ получения дохода. Управление способами оплаты, вы переходите сюда, и тут вы добавляете, как вы хотите получать доход от YouTube. Можно через банковский перевод, можно добавить способ оплаты другой, удобный для вас. Вот, настроить оплату банковским переводом и настроить оплату чеком. У нас в Украине обналичить чек сейчас невозможно. 19-20 год невозможно это сделать. Поэтому лучше всего настроить оплату банковским переводом. Как это сделать? Как выводить доход с YouTube, с Google AdSense, я уже расскажу вам в следующем видео. В этом видео я вам рассказала, как можно монетизировать свой канал, свои видео с помощью Google AdSense без какой-либо партнерки. Так как такие маленькие каналы, как у меня, допустим, ни одна партнерка не возьмет вас к себе. Но и преимущества в AdSense тоже есть, об этом я расскажу в следующем видео, когда буду показывать, как выводить с Google AdSense свой доход. Поэтому увидимся в новом видео.
пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!